Сегодня состоялся первый открытый форум, организованный прокуратурой Чувашской республики. Он был посвящен вопросам обеспечения доступности к объектам социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. Форум – это площадка для открытой дискуссии по актуальной социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и экспертным сообществом. В форуме приняли участие прокурор Чувашской республики Сергей Легостаев, начальник государственного правового управления администрации главы Чувашской республики Лариса Силова, исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты Чувашской республики Елена Сапаркина, общественная организация Всероссийское общество инвалидов, Центр экспертизы и сертификации «Доступный мир» и другие. Как правило, инвалиды ищут защиту в органах прокуратуры. С чем это связано? Поскольку судебная защита прав является все-таки достаточно более длительной, материально затратной, поэтому прокуратура на сегодня является едва ли не единственным государственным органом, который оказывает бесплатную юридическую помощь. Хочу обратить внимание, не консультацию, а именно юридическую помощь. Итоги обсуждения будут использованы в совместной работе прокуратуры с общественными институтами, органами государственной власти и местного самоуправления. В настоящее время на территории Чувашской республики проживает около 88 тысяч инвалидов. Из них 2500 человек с ограниченными возможностями передвижения. Для удовлетворения их потребностей функционируют 14 тысяч объектов социальной инфраструктуры. Однако масштабная проверка соблюдения прав инвалидов выявила пласт проблем, требующих принятия мер прокурорского реагирования. В ходе форума уполномоченным лицам были заданы ряд вопросов, касающихся нарушений прав инвалидов на доступную безбарьерную среду. В бюджете на этот год предусмотрено в нашем республиканском бюджете на эти цели 21,3 миллиона рублей, в том числе на финансирование различных сфер жизнедеятельности, от таких сфер, как социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, сфера культуры, транспорта, информации и связи и сфера занятости. Обеспечение прав инвалидов и маломобильных групп граждан на беспрепятственный доступ к инженерным и транспортным объектам по-прежнему остается одной из актуальных проблем. Участники форума заверяют, что своевременное выявление нарушений прав инвалидов и принятие мер прокурорского реагирования позволяет повысить эффект профилактического надзора. Сабина Вишневская, Петр Куприянов. Новости Новочебоксарска.